Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 мая, наконец-то у меня выросли первые огурцы. В этом году, конечно, немного подольше пришлось подождать из-за того, что было очень холодно. Видели, какую погоду я вам показывала. Но огурцы завязываются хорошо, прям такие красивые, свежие, пупырчатые. Хоть и конец мая, но все равно это май, значит, в мае мы получили свои первые огурцы. Обычно это было в середине мая. И радует то, что они и дальше, вот завязи много, вот идут они до самого конца. И еще радует то, что и листики зеленые, и они все у меня такие хорошенькие на внешний вид. Все у нас хорошо. Так что вот с 30 мая теперь мы будем со своими огурцами, хоть понемногу, но будем добавлять в салаты огурец. Все, до свидания.